В мемориальном комплексе Тростенец завершаются работы по установке национального памятника, который посвящен австрийским евреям, погибшим в лагере смерти рядом с деревней Малый Тростенец. Монумент получил название «Массив имен». Сегодня в Белорусской академии искусств прошла презентация проекта с участием скульпторов, которые работали над созданием монументальной композиции. Так случилось, что многие граждане современной Австрии имеют родственников, которые похоронены на белорусской земле. И осознавая эту ответственность перед обществом, мы обратились к Беларуси с просьбой возвести мемориальный объект. Эту идею здесь встретили очень тепло, и проект при помощи белорусских коллег удалось осуществить буквально за год. Беларусь имеет огромный опыт мемориализации в чтении памяти невинно погибших людей, не только героических, но и трагических сторон, самых трагических, драматических сторон истории 20 века. Мы находимся сейчас в преддверии открытия монумента, который инициировала австрийская сторона, где в результате конкурса победил автор, австрийский архитектор, но на фазе уже подготовки проекта, в нем уже появился творческий коллектив. Тростенец – крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси и оккупированных районов Советского Союза. По подсчетам историков, там погибли более 540 тысяч человек, в том числе плененных граждан Австрии, Польши, Чехословакии и Франции.